Женский волейбол настолько популярен в нашем округе, что в этом году провели сразу два турнира по этому виду спорта. Девушки соревновались в рамках первенства и суперкубка. Если в первом победители были известны заранее, то чемпиона кубка определил финал четырех. Нет, пожалуй, более зрелищного и женственного вида спорта, чем волейбол, где соревнуются девушки. Желающих попасть в финал четырех, то есть в суперкубок, было много, но попали только команды спортивных школ «Олимпиец», «Дина», «Русич» и «Восток» из города Орехово-Зуево. В этом году спортивная школа «Олимпиец» впервые решила провести такое первенство, а также и кубок, суперкубок среди женских команд, да, в этом году прошло первенство, а сегодня мы разыгрываем именно суперкубок. Надеемся, что в следующем году мы будем только развивать этот вид спорта, особенно волейбол, особенно женский волейбол, там, соответственно, количество команд тоже будет увеличиваться. Игры шли напряженные, турнир проводился по олимпийской системе. Самыми зрелищными были игры за золото и бронзу. В этот раз главный кубок достался команде «Олимпийцы», их тренеру Марине Егоровой. Приз переходящий. Чтобы он навсегда остался в спортшколе, команде нужно победить в турнире три раза подряд. В первенстве по женскому волейболу, который начался еще осенью прошлого года, чемпионами также стали девушки спортивной школы «Олимпиец». Второе место завоевала команда «Восток» из Орехово-Зуево, третье – спортивный центр «Дина». Церемония награждения была насыщена. Медалями и кубками были награждены юношеские команды, среди которых также проходил турнир по волейболу.